Друзья, если вы заметили какие-то подписки в вашем Инстаграм, на которые вы не подписывались, и вылетают разные истории, рекламные баннеры, вообще просто какая-то чушь и так далее. Я вам сегодня покажу, как от этого избавиться, отписаться, забить в черный список, ограничить доступ и так далее, чтобы вам не было надоедливых подписок. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Ситуация проста, вы просто перейдете в профиль, нажмете на саму историю, но у вас не получится нажать на сам аккаунт, то есть на сам профиль, вы не сможете перейти, поэтому вам нужно будет сделать что? Итак, друзья, если у вас возникла надоедливая какая-то подписка, мало того, что вы не можете зайти, вот как я, допустим, нажимаю сюда вверх, вот сюда, и у меня не получается перейти. Что для этого нужно, чтобы убрать эту подписку? Нажимаем на историю, нажимаем на верхние три точки. И нажимаем «Пожаловаться». После того, как вы жалуетесь, нажимаете «Это спам». Спам. Спасибо, что сообщили нам об этом. Дальше нажимаем «И заблокировать этого пользователя». Вот, во-первых, можете отменить подписку, и чтобы не появлялся, потому что я это уже делал, а также заблокировать. Вот, заблокировать его и новые аккаунты этого пользователя. Заблокировать. Все. После этого... Вот, Earth Day, мы можем зайти, посмотреть, что 143 у меня сейчас подписчика. Я сейчас наберу то же самое имя, и вы увидите, что его здесь нет. И больше он никогда у вас не появится. Все просто. Вот и все, друзья. Буквально в несколько кликов вы можете решить данную ситуацию и избавиться от этих ненужных подписок. Как они у вас вообще появились, это неизвестно. Я думаю, это с помощью самого Instagram, рекламная кампания и так далее. А чтобы не пропустить мои новые видео, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик и оставьте ваш положительный комментарий. Дальше больше. Скоро увидимся.